Воспитателю детского оздоровительного лагеря «Гренада» выписали штраф 30 тысяч рублей. Напомним, 4 июля подросток, отдыхавший в учреждении во время сончаса, сел за руль ее автомобиля, взял с собой еще двоих детей и проехал по территории детского лагеря. Парень не справился с управлением и врезался в дерево. Сам он не пострадал, а вот 9-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье, получила травму лица. В ходе проведения проверки по факту ДТП наши сотрудники установили, что воспитатель детского оздоровительного лагеря передала ключи от транспортного средства несовершеннолетнему, который им управлял и допустил наезд на препятствие. В результате пострадали еще двое несовершеннолетних, и в настоящий момент по данному факту проводится административное расследование.